приветствую вас на игре в Blockman Go Bad Wars. Добро пожаловать в войну! Приготовьтесь, будет очень жарко! Давайте свалить домой! Смотрите, какая карта на сегодня, джунгли! Смотрите, тут красный игрок пытается как-нибудь уничтожить зеленых. Тут просто настоящая война! Зеленый против синих! Они сражаются! Свою команду! О, кто-то применил чары! Так, ладно, здесь что у нас такое? Так, вот, смотрите, здесь кто-то синий бегает здесь. Падают некоторые. Ось, поединок. Красные и синие. Вау. Давайте, кто победит? Даже не знаю. Оба хорошо справляются команды. Так, ладно. Вот, там даже снизу залез. Сейчас буду атаковать. Так, ладно, давайте сейчас сюда. Будем вот здесь. Все, вот здесь. Вот, все. Желтые против синих. Посмотрите. Чары у меня скучные, с оружием. Офигеть, что могу сказать. Так, ладно, что у нас тут еще? Так, желтый бегает. Вот он пошел, желтый наш. Так, ладно, так, буду нас алмазы. Так, вот. Здесь, как видите, у нас тоже здесь. Вот. Так, вот это база. Так, здесь опять поединок. Так, вот здесь донатик какой-то. Вот. Батани бизнес разрушает кроватку. Он известен такой. Вот он был. Так, ладно, херобрин тоже убивает здесь. Так, все хорошо. Так, зима проток тут выпадает. На всех этих. Тут еще один. Тоже донатит. Так, ладно. Вика, как я вижу. Так, ладно, еще что-нибудь кого найти. Вот. Вот он здесь спрятался. А тут донатит, получается, то, что он здесь копает. Хочет его убить. Так, ладно, что здесь у нас такое? Так, ладно, здесь у нас кто-нибудь. После бойня, вот они близость просто залез убивать здесь, вот будет, видите. Так, вот они близко убили. Так, вот, нет, синие еще пока что живы. Я так думаю. Ну что, так, давайте тут еще желтые. Так, синие давайте. Давайте синие сражайте за себя. Так, ладно, Дима, тогда вот это будет золотой меч. У Лока тоже золотой меч, как видите. Так, ладно, тут убивают. Так, вот, сухарь какой-то. Так, ну что, прямо сейчас. Донатер, так, ладно, следующий ботанизм здесь возродился. Так, ну что, ботанизм возвращается в бой. Так, ну что, ботанизм будет атаковать нас. Так, еще желтый тоже будет атаковать. Так, хиллер. Так, что, Дима Круток. Вот, еще хиллер, давай, давай. Вот, смотри, как он быстро убил. Прям, он уже все-таки настоящий хиллер. Как я думаю. Так, ладно, здесь у нас, вот, вот здесь кого-то там еще убил. Так, вот он уже вниз упал. Так, ладно, давайте сейчас еще посмотрим. Так, здесь, как видите, вот, база. Так, вот какой-то вот у нас еще синий. Вот два синие идут в бой дальше. Двигаются по карте, как видите. Так, ладно, здесь у нас тоже идет такая война тоже. Зеленый против синего одного. И он говорит, так, не надо ему точно помощи. А, да? Он упал. Давай тут много синих там. Вот одного убивает зеленого. Убивает смерть. Так, ладно. О, хорошо справляетесь, молодцы. Так, ладно. Вот, хорошо сражаться. Целая команда синих почти попала. Так, вот здесь только 3 человека, но это даже очень интересно. Что здесь тоже? Так, здесь Патанибис тоже защищает свою команду. Так, ладно, он пошел дальше. Так, вот тут, как видите, тут у нас тоже алмазики. Не знаю, почему они подбирают, могут лучше свою команду. Я даже не знаю, почему они там... О, это фаербол стрелил! Но там упал, вот это да. Там все жестоко, с ним поступили. Так, еще киллер здесь, как видите, у нас. Так, киллер тоже пытается убить сверху, как видите. Он пытается убить это игрока, который вверху. Так, ладно. Бау. Чуть-чуть не очень сильное попадение. Ух, еще не попал. Ты уже близко. Вот, все, красава. Попал, молодец. Ну что ты держать, ну что ты делаешь, сейчас иди давай. С кучами фаерболами, это очень хорошо тактика. Потому что нужно убить. Так, ладно. А сколько ты голосов, слушай, ты даже не знаю. Так, бам, бам, давай. Ты красава, красава. С фаерболами стреляешь. Молодец. Давай, киллер. Ты сможешь убить этого желтого игрока. Давай. Я у тебя верим, все верим. Или кто-то за желтого голосует, он просто бегает по карте. Так, ладно, здесь вот синий тоже синий. Они тоже пытаются его там поймать.
так они просто так и строятся, они. Вот, они так херовые здесь строятся. Вот, будет видеть его. Вот. Наш год, он что ли, так ладно, он не так. Вот, а вот, все, видим, он говорит, еще раз подняться, еще. Так, ну, желтый, ой-ой-ой, тут дайте упал, этот желтый, просто очень себя сажает, очень хорошо. Так, ладно. Так, что у нас такое? Так, вот, постройка, где желтый. Вот там синий, он спасся, это очень хорошо. Так, ради херобли, давай. Давай, ты сможешь убить этого желтого игрока. И мы тебя верим. И... Или кто-то за желтого, да, все-таки. Да, за желтого тоже у нас некоторые голосуют. Ставьте ставки, посмотрим, кто выиграет, синий или желтый. Так, ладно, что мы можем делать еще? Такой у нас, да, ладно. Так, ладно, вот тут... Настоящая война. Вот это да. Даже жёлтый, смотрите, жёлтый тут тоже атакует. Офигенно. Вот, жёлтый атакует тут своим фаерболом. Вот, видите, а он с ним справляется как-то. Вот это неожиданность, да, на самом деле. Так, вот, побеждаю сейчас. Так, давай, Кило, ты сможешь, давай. Мы тебя верим, да, Кило. Так, короче, я голосую за синих почему-то. Потому что я хочу, я проголосую. Так, ладно. О, все, да. Давайте. Я во всех верю. Ха. Посмотрим. Что же будет в следующем этапе? Желтый тоже. Он пошел, побежал. Да, кто будет бежать по всей карте, что ли? Убивали друг друга, давайте уже поскорее. Так, ладно. Тут просто так, сухарь. Давай. Сухарь. Так, что? Так, вот он все сделал, так. Вот тут синий сейчас будет атаковать. Так, все. Перегружайся на природу, смотрите. Так, ладно, что мне скучно, надо пройтись, я думаю, по улице и насладиться свежим воздухом. Так, что у нас здесь? А, ну, здесь, видите, подписчица здесь. Привет. Так, а вот здесь у нас так, такой красивый центр в Рам-Сити, как такой свеженький воздух. Я думаю, что я попробую быть в Варсаге, очень сильно хочу попробовать. Очень хочу. Так, я думаю, что мне надо идти вот туда по адресу. Все, я пошел. Так, вот здесь дом. У нас вот. Надо здесь ходить. Играем в бед. Тут включаю телек, у меня дома. Хорошо, принято. Если тогда включу телек, я попаду в игру, что ли, или как? Я даже не знаю, как я попаду. Так, ну что? Я иду, включаю телек. Что меня засасывает? Как это? Так, где я сейчас нахожусь? Это что такое? Здесь какие-то дома. И... да, это же Б-класс, я знаю точно. Одну программу класс. Так, алло. Так, что здесь такое у нас? Так, здесь какой-то чувак, который продает какой-то магазин. Скажите, пожалуйста, что мне нужно тут делать, а? Я просто не знаю правила. Ага, здесь надо собирать ресурсы, сражаться. Хорошо. Ну что, спасибо. Ну что, вы моя команда, будем сражаться. И давайте мы сейчас будем нападать на кого-нибудь. Вообще копию. Так, ладно, мне золото не нужно, я сам накоплю, хорошо. Еще золото не нужно, так что можешь копить меня сейчас. Окей, иди к нам. Так, ну что, вот там красный вижу строится. Так, ладно, здесь вот. Застраивай кровать, давай. Это же Бэдварс у нас. Так, ладно. Ага. Да, чтобы, наверное, нашу кровать не разрушили. Так, ну ладно, здесь. Сейчас кровать, молодец. Так, ладно, здесь надо еще. Вот еще накопить, как я думаю. Вот, я куплю себе фаербол и куплю себе меч. Я думаю, тактика такая будет. Ну и пару блоков куплю, чтобы мне хватило. Так. Ну давайте я буду строиться к центру. Я очень хочу центр построиться. Никогда не строился к центру. Так, ну что, если мне начинает строиться к центру. Так, вот здесь. Так, вот, строится к центру, вот. Вот такой разноцветный блок. Моей команды желтой. Так. А здесь. Что красивая такая карта. Так, беги в бой. Давай кинем душу, какую команду будет первую. Я даже не знаю. О, можно и красную. Ой, я забыл. А что это тут, что это здесь тут? А, это у нас изумруд. Они немножко подбирают. Можно так. Когда не видел, что изумруды не подбирались. Я видел по телеку то, что просто знаешь, проходит и подбирает изумруды. Ну ладно. Окей. Так, ну что. Значит, посмотрим, что здесь. Вот, здесь так большую дорогу построили. Прям за мной повторили. Вот это я уж понимаю, по команда. Я думаю, что мне обязательно должна помочь.
Так, вот, здесь я собираю еще ресурсы и буду копить, значит, вот. Буду копить. Так, ладно. Так. Копим ресы. Так, ладно. Думаю, что мы... Вот. Вот еще что тут у нас такое есть. Вот, зелька. Нормально, нормально. Так, ну что, побежали. Я буду зельку с невидимостью у меня есть. Так, ладно, побежали тогда в бой. Так, ну что... А, я же вроде бы блоки подать. Ну ладно. Так, короче, старайся, я, может быть, кого-нибудь подумаю, кого разрушить. А, зеленых уже убили. Вот, ну ладно. А вы можете дать мне блоки, пожалуйста? Можете дать блоки? Вот, мне очень будет приятно, я очень хочу блоки сейчас. Мне очень нужны блоки. Так, я хочу подобрать их. Так, вот, блоки, хорошо. Так, все будет хорошо, ребята, спасибо вам огромное. Давайте мы на красных, у меня уже есть уже хорошо, у меня... Много всяких разных вещей. Так, вот. У меня здесь меч. Давайте лучше беру меч в руки. Но так строится, лучше бы по-другому бы строиться, чтобы нам быстрее. Ну ладно. Не проще потерять блоки. У меня их все равно стак. Так, на, убиваем красных. Так, в общем, все, давайте убивать красных будем. Вот, первый красный, минус один красный. Второй. Так, ладно, ну короче, пока, вот давайте успейте разрушить кровать. Давайте, разрушайте. Чуть фаербол не разрушил. Ладно, сейчас атакуйте пока что. Атакуйте. Так, ладно, все хорошо, думаю, да. Фух, а что будет, если меня убьют? Так, ладно. А, я лучше буду возрождаться точно в своей команде. Так, ладно. На. Так, красный, держи, нет, меня убили. Фух, а, вот что. Будет, если меня убили. Ну, все хорошо, значит. Там еще можно было восстановить, но кубиков у меня самого так и нету. Так, ладно, что мы можем еще? Вот. Возьму это. Вот, возьму себе золотой меч, фаербол. Ну, и думаю, блоки тоже мне нужны срочно. Прямо сейчас. Так, ладно, ну, команду. Надо было на кирку потом накопить. Я буду тогда сражаться просто. Не знаю, почему мне так хочется. Я хочу посражаться. Вот, можно и с другим командой. Вот, можно с синим посражаться, как я думаю. Синий тут один у нас. Вообще, и ничего тут не делать. Потому что давай сейчас я попробую здесь. Так, ладно. Так, то что, давайте стройтесь. Ну, не мешай, пожалуйста. Я хочу вверх просто построиться. Чтобы... А то он там, возможно, и стреляет. Ну, я даже не знаю. Он... Ну, короче... У него лук есть, а на самом деле надо аккуратно. Так, все будет хорошо. Так, здесь надо быть очень аккуратным, а то лук может стрела попасть в меня прямо. Так, надо фаербол, нет, я забыл, слизь. Давай, желтый, ты сможешь. Я в тебя верю, давай, убивай этого. Так, ну что, он кровать сломал, молодец. Вот, стоп, это что, нам кровать сломали? Что будет, если... Эй, не убивай, я тебя сейчас убью. Убью. Давай. Эй, все. 2 хп у меня осталось, даже один там было, вообще жесть. Он 40 хп снес, все-таки деревянный меч тоже неплохое оружие, которое тоже убивает. Так, ладно, что будем дальше делать? Вот, буду подбирать тогда эмеральдики тогда. Вот, поберу первый эмеральдик тогда. Так, куда мне еще туда можно идти? Так, вот здесь. А, вот. Вот, давайте еще раз за красок-то пойдем. Хотя у меня есть деревянный меч, надо было накопить. Но что-то мне очень сильно хочется к ним помочь. Так, красный, иди сюда. О, что нет? Так, ну что, наблюдаем. Видите, что здесь? Вот, тут очень сражаются, здесь желтый игрок сражается с красным. Один игрок уже у них погибнул. Это у нас мастер-студия будет. Так, ладно, что мы можем еще посмотреть? Наблюдаем. Так, убили одного красного. Так, молодцы. Так, держать этот щоп, убивать этих красных. Они меня очень сильно раздражают. Давайте. Даже нельзя заблокировать за красных. Красные уже могут убивать, даже кровать разрушили. Так что очень мало шансов. Так, ладно, мы убили даже за этим игроком тогда. За бешеным алмазом, тоже такой игрок. А, вот, видите, какой-то поединок. Вот здесь уже бешеный алмаз, тут еще Diamond Legend. Пытается сломать кровати. Так, ладно, ну что, смотрим. Так, Diamond Legend прыгает очень сильно, так. Так, вот, видите, вот тут строится. И тоже хочет сломать им кровать. Так, ладно, смотрим, тут, видите, вот тут красный бегает. Так, давай, посмотрим, давай, сражайся с ним, уже убить, а то он будет тебя очень сильно отвлекать. Так, ладно, давай, разрушай кровать здесь. Так, ладно, так, давай,
Так, вот он застрял на крепости. Давай, чековай, сломай. Красным, давай поскорее. Так, ладно. Ваня побежал, нет, красного убили. То есть желтого убили, и красного тоже убили. Он тоже был. Так, ну что, у нас следующий претендент, у нас бешеная масса, а последний игрок, и у него вся надежда на бешеного алмаза. Надежда красных. Так, ну что, надеюсь, ты справишься. Да не посмотрю, как он будет строиться. Думаю, он будет очень хорошо строиться. Я думаю, что ты должен это сделать. Просто должен. Ты должен сделать это. Он даже не пытается перепрыгнуть и не тратить свой урон. Он просто продолжает просто строиться. Так, ладно, он начинает здесь. Так, у него фаербол есть. Так, ну что, давай, прыгай, давай. Бум! Упрыгнул, у него есть алмазный киркат. Очень хороший предмет. Уже есть надежда. Давай. Ой. Так, на. Как мне все-таки недолго озвучивать. Так, ладно, держите. Так, бам. Бешеный алмаз, давай, мы тебе верим. Ты куда прыгнул? Так, ладно. Хорошо, ты здесь использовал. Да, у тебя фаербол стреляет, да, выбивай красного, убивай красного. Давай, мы тебя верим. Я не даже небу проиграл. О, где это? Я что ли умер, что ли? Так, ладно, это нас там. Так, ладно, со мной, надеюсь, все хорошо. Так, надо встать, самое главное. Ой, я вижу своего друга сейчас. Подожди, я встану только. Я сегодня очень хорошо спал. Я прям просто так много всего видел. Даже Бэтварси я играл. Офигеть, да? Прямо во сне я прямо играл. Ну что, думаю, давайте пойдем на прогулку. Я очень хочу прогуляться. Давайте, на последний раз. Но я не хочу больше, как-то мне уже расхотеться играть в Бэтварс. Даже не знаю. Больше как-то не очень-то сильно хочется. Ну что, давайте идем за мной, будем гулять по улице. Найдем машину, будем кататься прям в Сити. И это будет очень-очень весело. Так, ладно, поехали. А вам подписчик уже счастья и здоровья.